Пожар в Ордале 3 года назад. 5 сгорели заживо. Это он? Норвежский американец. Приехал в Норвегию найти родственников. Он все это время бродил по лесам? Эрик, меня зовут Кристина Ос, и я психолог. Эй, урод! Не заблудился? Многие хотят понять, давай! Что вчера произошло между тобой и тем пареньком. Дотронешься до меня, я сожгу тебя. Эрик, эти люди из посольства, они вернут тебя в Америку. Там были обнаружены тела 3 погибших. Кристина! Садись в машину. Его нельзя пускать в город. Вы со мной согласны? Видите, что он здесь? Я видела это своими глазами. Чудо, что вы живы. Меня затягивает в эти видения, будто в другие миры. Я просто гуляю, что-то трогаю, ощупываю. Я чувствую ветер, чувствую жар. Я не утверждаю, что он плохой человек. Мне вообще все равно, какой он. Но мы должны взять его под контроль. Выходи как можно быстрее. Думаю, произошло что-то такое, чего пока никто не может понять. Бог грома.